Специально для новострой СПБ тайный покупатель провел расследование в жилом комплексе ЦДС «Черная речка». Новостройка возводится в Приморском районе Санкт-Петербурга в 15 минутах ходьбы от станции метро «Лесная». Застройщик – компания ЦДС. Тип проекта – «Монолит». В состав жилого комплекса войдут 9 жилых домов, 2 детских сада и школа. Предусмотрены коммерческие помещения на первых этажах, подземный паркинг. Покупателям предлагаются 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры площадью от 31 до 192 квадратных метров. Подробности расследования читайте на сайте «Новострой СПБ». Я еду по Белостровской улице. Справа от меня стройплощадка ЦДС «Черная речка», остановки общественного транспорта, бизнес-центры, слева промзона. Я нахожусь на Белостровской улице. Перед нами участок, на котором строится ЖК ЦДС «Черная речка». На данный момент идет расчистка территории. Раньше на нем находилось промышленное предприятие. Так сейчас выглядит территория около стройплощадки. Белостровская улица достаточно широкая. Здесь есть две остановки общественного транспорта в одну и в другую сторону. В основном здесь промышленные здания. Слева завод, который производит в том числе дрожжи для пищевой промышленности. Первые два корпуса, которые сейчас находятся в продаже, номер 2 и номер 3, будут располагаться по этой улице Белостровской. Здесь же застройщик обещает обустроить небольшой сквер, прогулочную зону, провести озеленение, установить арт-объекты, скамейки, детские площадки. То есть между этой улицей и жилыми корпусами должна быть еще зеленая зона. Сейчас здесь идет снос зданий некоторых. Рядом бизнес-центр «Ильич», он действующий. В жилом комплексе ЦДС «Черная речка» можно приобрести пакет чистовой отделки «Престиж». Стоимость ремонта – 18 тысяч рублей за квадратный метр. Застройщик использует материалы от российских и европейских производителей. В отделку также войдет полный комплект сантехники. Рядом с участком застройки расположена автозаправочная станция, еще один бизнес-центр. Такой вид напротив участка застройки. Промышленный, слева от ЦДС «Черная речка». Я нахожусь на набережной «Черной речки». На участке справа будет в том числе территория ЖК ЦДС «Черная речка». Слева от меня сама «Черная речка». Также территория уже готова комплекса «Риверсайд». Так он выглядит. Я нахожусь на Выборгской набережной. Недалеко находится участок, на котором строится ЦДС «Черная речка». Там вдалеке виден «Риверсайд», сосед нашего комплекса. На другом берегу расположен «Окей», другие магазины, новые жилые комплексы. Это Петроградская сторона напротив нас. Видно телебашню. В ночное время она красиво подсвечена. Это Кантемировский мост. В период навигации он разводится. Он соединяет Выборгскую сторону, Аптекарский остров, Петроградскую сторону. Ну, в пешей доступности, но в нескольких минутах на автомобиле находится еще один бизнес-центр. Здесь есть и автосалон, и шиномонтаж, несколько кафе и фитнес-клуб. Надежность девелопера тайный покупатель оценил в 6 баллов из 10. Оценка снижена за переносы сроков сдачи проектов. Стандартная и надежная схема покупки получает 10 баллов. 8 баллов за адекватные цены и удачные планировки. Инфраструктура получает 7 баллов. В жилом комплексе запланированы свои социальные объекты. В пешей доступности уже работают муниципальные школы и детские сады. Транспортная доступность оценена тайным покупателем в 8 баллов. Недалеко от новостройки расположены две станции метро. Для автомобилистов есть удобные выезды в различные части города. Оценки по другим параметрам, а также все подробности проверки жилого комплекса ЦДС «Черная речка» читайте на сайте «Новострой СПБ».